Всем привет! С вами Елена и Лера. И мы, короче, будем снимать сегодня видео «Угадай челлендж с Аризона». Да. Это такой напиток, короче, чай. Да, это холодный чай разных вкусов. Разных вкусов. У нас тут 8 вкусов, которые были в Испании, все нашли, короче. И мы с закрытыми глазами будем пробовать один и тот же вкус. И отгадывать. Отгадывать, что это такое. Мы начинаем. Все. Так, он новый. Да? Да. Так, я пробую. Только поставь потом на стол, руку я не знаю. Блин, я его пила. Блин, а что это? Это вот который два вот. А, мы сейчас 3 года купили. Что, дай попробовать. Ты приняла, это очень трудно, я не знаю. Давай. Раз, два, три. Гранат. Ну, короче. Мне кажется, просто Лиля давала попробовать нам, я вспомнила. Мы точно его пробовали. У Лили. Лера выиграла в этом раунде. Так, это был. Давай, теперь я, да? Теперь заново. С какой стороной? Вот. Так, это уже не открытый. Не, в смысле, не ну, новый. Да. Ой, пахнет вкусно. О, я знаю, что это. Ну, мне кажется. Уже по запаху можно понять. Ты поняла? Да. Раз, два, три. Лимон. Зеленый. А, да? Раз, два, три. Лимон. Я зеленый подумала. Пипец. 1-1. И что мне напомнил? Пипец. Этот вкус мне напомнил Нести. Да, точно. Я прямо вспомнила сразу Нести. Новый. Я знаю, что это. Мне тоже кажется, я знаю. Да, ты догадаешься. Догадаешься? Да, только тихо, не говори. Ну, как не догадаться? Да. Раз, два, три, гранат. Гранат. Да, это гранат. Я говорю, такой приторный. Вот я не вижу, как я показываю. Давай, открывай. Сейчас я нос открою. Я знаю, что это. Прям пахнет сразу. Мне нравится. Да, я тоже знаю. Давай, раз, два. А, ты еще пьешь? Блин. Ладно, раз, два, три. Манго. А, да? Я не знаю. Блин! Манго, я так манго. Я почувствовала. Я возьму вот этот. Давай. Зелёный? Да. Пробуй. Я знаю, что это. Мне кажется, я тоже. Раз, два, три. Зелёный. Да. По запаху. Это зелёный, да? Да. Просто простой. Он очень похож на с лимоном, мне кажется. Вот, я говорю, я их перепутала. Кислинкий такой. Ой. Стой, дай еще раз мне попробовать. А в чем прикол? Ты понимаешь? Mm-mm. Я тоже, он кислый, да, какой-то? Mm-hmm. Ты поняла? Mm-hmm. Подожди. Блин, нет, я не понимаю. А мы пробовали его? Да, мы все пробовали. А, да. Ну ладно, давай. А я знаю. Раз, два, три. Арбуз. Ананас. Арбуз. Да. Знаешь, почему я поняла? Вот ананас вот здесь. А игруша тут. Вот арбуз. Вот здесь ананас. Давай, берем. Давай. Блин, по запаху я понимаю, что? Ой, я поняла. Вот. Какой меня? Вот это что-то очень знакомое. Я не понимаю, что это. Крышка у меня, если что. А вот этот я. Я знаю. У меня сейчас. Давай насчет три. Ты говоришь, как у тебя, я говорю, как у меня. Раз. Два, у тебя три. Клубника, банан. Да, клубника. А у тебя медовый. А у меня точно, да-да-да. Я помню, я его пила. Вот, я тоже сразу прям мед. Он такой прям сладкий-сладкий. Вообще, да? Да. Короче, я не знаю, какая у нас там ничего, ничья. Да пофиг, да. Мой самый любимый это гранат. А у меня, блин, я не знаю, мне все нравятся на самом деле. Мне нравится все гранат и манго. Манго, да. Мне вот зеленые манго нравятся очень. Вот у всех. Зеленые манго. Эти, наверное, самые топовые. Да. О, это вот этот. Он у нас тоже есть такой. Да. Я не знаю, как другие вкусы.
только такой вот, нет, вот и зеленый у нас точно есть. И точно вот, зеленый, да, у нас есть. Я, по-моему, еще какое-то видео видела, но я лимонный, по-моему. Вот, короче, всем привет, кто смотрит. Я не знаю, что еще сказать. А, привет телефоном всем. Да. Спасибо за просмотр и всем пока! Лужаю. Это наш тренер. Да не смотрю на вас.